Хоба, привет, сегодня поиграемся в кои-то вики Helldivers 2. Так, давай, не нужно нам тут мультик заново показывать. О, чувак, башка в воздухе висит, хоба. Так, главный приказ какой-то выполнен. Приобретения, да нифига никаких приобретений у меня нет, давай побегаем. Our enemies find the road to Super Earth a difficult path indeed. Сообщение с Суперземли. Так, свежевозведенные комплексы. Так, 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 что там? Ну, граждане вносят свой вклад в победу. Чего? Количество врагов свободы. Личный приказ, охотники, убейте 25 чувачков, да? Ладно, давай быструю игру сгоняем. Основные цели... Да, мы пока на простейшей играем. Да, блядь, да что ты это? Отсоединись. Давай куда-нибудь присоединимся. Освобождено. Дзинси. Черт с ним, давай сюда слетаем. 15 тысяч бойцов. Хер с ним, давай. Бонус завершения задания. Все препятствия. Так, что? Миротворческая операция. Опять миротворческая. Да хер с ним, давай сгоняем. Несите демократию. Флаг поставить надо, типа. Начало прыжка. Давай. Все, готовы мы. Чук. Так, зона эвакуации поставим. Куда будем приземляться-то? Давай вот здесь вот с краешку. Стратегемы у нас есть. Бронебой одноразовый. Ну, хер с ним возьмем. Орбитальный высокоточный удар. Это... Ну хер с ним. Поехали. Флаг мы еще ни разу не ставили. Сейчас мы попробуем подольше побегать, пособирать всякие штучки в игре. Адские бомбы требуют ручного наведения из бюджетных соображений. Управлять можно еще ракетой. Бамс, прикольно. Сильная жара, да? Обычное интересное место. А вон, штучки собирать нужно. Ага. Обычный образец. Вот, я тупил просто, что образцы всякие не искал. Давай кругом обежим. Что-нибудь, может, найдем интересненько. Поднимите флаг Суперземли. Хм. Чик. Так, вставай. Еще прибывает. Ой, блядь, рядом со мной приземлился. Чувачок какой-то. Валяется.
Поднимите флаг суперземли. Осколочные гранаты. Мне что-то другое сейчас занимает. Куда? Почему у меня... Так, я ж тут бегал. Ну, в смысле, понятно, что я здесь бегал. Вот туда куда-то. Чё там? А, чуть нашел. Мы просто занимаемся сейчас на самом деле это гриндом. Обычный образец. Ой, баночки. Журнал капитана. Пережу крупную партию огнемета, замечен большое скопление противника. Доставка замечена. Нет. Чудо мне. Чего там ты нашел? И, кстати, в прошлом ролике себе броню взял. Тяжелую. Огнемет. Да, ой, блин, сползли. Пополнение запасов сбросил, я понял. Он что-то светится. Еще какие-то чуваки к нам присоединились. Ну, ну все подобрали. 5 из 13 зеленых штучек собирали. А, мы типа на всех собираем, да? Ну ладно. Пулемет, орбитальный высокоточный удар, одноразовый бронебой, аварийный маяк. А чё врагов нету? Так, а нахер я за ним бегаю-то кругами? Все, я направляюсь прямо. Ой, тормознуло что-то. Поднимите флаг суперземли. Я где он там? Ой, блядь, рядом со мной приземлился. I found something. No. Реактивный ранец у него есть, нифига себе. Все такие крутые. С джетпаком. Даже завидно чуть-чуть. Так, и что, на этой миссии, я так понимаю, никто никуда не вылазит, да? Ну, имею в виду, монстры не выпрыгивают, пока флаг не установим. Ладно, пошли. Хоба! Ты войска, его он там летает. Все, доходим уже до поднятия флага. О, вот они, очнулись, суки. Calling down a sentry.
Objective critical stratagem available. Вон показывается на этой карте где-то 13 обычных образцов. Так, чего там вызвали? А, музыка играет. Че здесь? Наверное, вызвать слова вечная память бесчисленным адским десантникам, погибшим на Первой Галактической войне. А как флаг тут поднять, интересно? Опять джетпак и все. Орбитальный удар. Как флаг этот поднять? Я не умею. О, мины. Не, ну. А он сам поднялся, да? Ага. Доступна эвакуация. Где у нас эвакуация? Вот в ту сторону. Так, флаг сам поднимался, в общем, я понял. Бочку тащит. А где еще? Доступна эвакуация. Фигней какой-то занимаемся. Так, где еще могут вещи валяться? Где-нибудь. Ой, гранату кинул, блин. Ай, за хера перезаряжайся. Радуется. Orbital incoming. Orbital incoming. Приколуться. Чё это? Не использовать бензоземного наводчика. Не понял. А нахер он выбросил? Пока нет питания, этот автомат безжизненной оболочкой. А, они друг дружку подрывают там, дурочки. Они там образцы все разбросали, дебилы. Нахера? Чё, есть живые? Вон он. Обнаружен прорыв жуков. Ай! Да, гранату вам. Ой, они все прибежали сюда. Найдем вам гранату. Ой, блядь! Ой, блядь! Завалился я. Request approved. Reinforcements on the way.
ready to liberate. Ой-ой-ой. А где все штуки-то мои валяются? Разбросали они там все эти? Так, это там турели стоят. Где? Вон запчасти мои. А вы где там бусы разбросали, дурчё? Я пойду вещички подберу, блин. Пусть они там сами разбираются. Ай, не то. Сука. Бегай, карту нельзя сразу нажимать. Где вещи? Ой, они где-то тут. Ага. Вот, 11 из 3 собрали, нормально. Может, это мало? Я пока еще не разбираюсь, но хоть что-то. А, вон еще вещи. С кем вы это воюете, я не понимаю. Ну, а он лучше вызвал бы, там всех расхерачивает. Сука, дурачок, чё он там? Ну чё, о, блядь, он орбитальный удар вызвал туда, скотина. Хорош разбрасываться образцами. Блять. Я, блин, он вызвал удар специально на шаттл, бляха-муха. Все, уходим. Идите нахер ли со своим. Ой, нифига себе, капитан, штаны в говне. У меня всего-то 4-го левела, какая досада. А вон тоже 29-го, тоже кадет считается до сих пор. Великолепный патриотизм, красота. Хоба, новый уровень я получил. Чик. Молодец какой, а. Ничего не освободили вы вообще. Домой ведь корабль прилетит, да? Defending against automaton invasion. Helldiver support requested. Allied destroyer has left squadron. Ага. Вернусь я на корабль. Welcome aboard, Helldiver. We can another step towards total eradication. Total eradication. Приобретение. Чего у нас? Приобретение. Медали потрачено. А тут что у нас интересно? Все, 60 медалей надо подкрыть, ни хрена себе.
Еще 12 медалей. Шлем дурацкий, броню я открыл. Это что? Это он будет показывать, да? Плащ какой-то. Пиу-пиу-пиу. Ну что тратить? Бля, они прям заставляют на какую-то чушь тратить меня. Ну ладно, давай вот эту затратим. Ну? Ага, применить. Броня лазутчик. О предмете. Рейтинг брони меньше. Да чушь, не хочу. Рвение марксманская винтовка. Пробивает легкую броню. Подожди, у меня дробовик. Перезарядка боеприпасов. Блин, я пока с дробовиком хожу. Пока вроде нравится. Сколько тут еще надо потратить? 11. Черт с ним. Эх, хрень. О, наденьте с нововодского десантика новый плащ, броню. Стоять. Ой. Сегодня. Ничего сегодня-то? Нет, не сегодня. А, крепкий молодой человек. Плащ, броню, шлем. Ладно. Ну давай этот. Прокачаем. Окей, потом пойдем. Вот здесь. А чё? А вот. Это у нас защитник. Пистолет, пулемет. Это что за броня? Траншейный инженер. Переносимых гранат больше становится, это круто. Броня какая-то некрасивая. Плащ. Ти-ди-ди-ди. Так, здесь нужно 40 лет потратить еще. Охереть просто. Ха. Взрывное рукопожатие. Адские десантники, чё? Ну а, давай. Вот. У нас теперь больше снаряжения будет. Супер кредиты получаем. Ти-ри-ри-ри. Тут у нас какой-то пулеметик непонятный. Пистолет-пулемет. Все равно ведь придется тратить. Заставляют просто. Ладно, хер с ним, чуть-чуть пойдем постреляем. Уходит. Давай что-нибудь другое понаделаем. Факт бэй. Every system will soon exult in the glory of managed democracy. Стриминг дата. Какие задания тут есть? О. Да пофигу, давай слетаем, чё бы нет-то. Образцы. Вражеские патрули. Чё, полетели, полетели? Что здесь нужно? Закачайте топливо. Давай сюда приземлимся. Бронебой. В случае неизбежной опасности падайте на землю. Прикольно, что можно управлять этой. Go now. Remember this. Every day is a good day to die for democracy.
Любой хороший день, чтобы померить за демократию. Да, 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 прикольно. Голос женский, а фигура так-то, блядь, мужская. Так, давай поищем, что там. О, дробовик, переломка. I need ammo. Ха, давай. А, это третьим я взял, прикинь. Дополнительным оружием. А я думаю, только два оружия таскать можно. Ну ладно. Два образца понасобирал. Туда что ли сходить? Переломка, давай заряжай. Странный дробовичок, конечно. Found something. Еее. О. А, надо вдвоем, прикинь, жить. Ай-яй-яй. О, кто-то идет ко мне. Вон они. Эту херню вдвоем надо включать, бля, какая жаль. Несвоевременный возврат, это кража у нас у всех. Прикольно. Так, че он куда идет? В смысле, понятно, куда идет? Битву-то будем вступать или плевать на них? Сильная жара, он чувак валяется. Без рук. Охренеть. Да. Жутковато местами. У меня ни турели, ничего нет. Так, тут разбитая какая-то херня. А чё, мы всего ничего, три только детальки нашли, что ли? Блин. Это плохо. Жуки меня не заметили, пофиг, убежали. Я на легкой скорости сложности буду поигрывать, пока не разберусь со всеми видами миссии, а то я тут... Дополнительная цель рядом с вами. Так, вон там жуки вижу. Жуки, жучары. О, нормально, красиво так. Ага, два выстрела всего. Плюется. Ай! Нравится стрелять. Блять, слишком упреждение взял. На тебе гранаты. Ага. А, блять, не перезарядился. Ай, блин, зря перезарядился опять. Привычка после шутеров.
все время перезаряжаться. Активируйте терминал. Ладно, сейчас активируем. Что-нибудь найдем только сначала. Так, вот активация терминала, вижу. Так. А. Чего? Куда? Что нужно? А, в топливо, в пусковое... пусковую шахту, да? Бля. Пусковую шахту. А, подожди. Вот. Вот. А нет. Вот. Ага, все, ты разобрался. Как это работает, блядь. Чего? Настройте все указанные клапаны. Чего? Alpha 2, Bravo. 1, 2, альфа. Ну давай посмотрим. А что за там писк? Где 1 альфа? А вот один. Ой, что тут? Стеллаж с инструментами необходим для строительства лучшего будущего. Давай. Все, отцепись. Нет. А как, блядь, соединяться-то? Сука. Как отцепиться от этого клапана? Ха. Я не могу от клапана отцепиться. Бля. А, чё? Руку сломали, блядь. Я сейчас умру. Бля. Ты прикинь? Нет, это ладно, я про... Бля, а как? Point me to the enemy. Point me to the enemy. Ты как? How about a nice cup of liberty? Блять, у меня в прошлый раз еще проблема была с отцеплением от этой херни. А, блядь, просто Е нажать. Бля, Валерьяныч, ну тут тупенькие местами просто вообще. Ищем теперь А2. А вон оно. А2 и 1Б нужно. Да, просто... С испугой тут нихера ничего не... А где еще А2 теперь? А... То есть 2Б нужно? А, вон, тут, наверное. Ага, вижу. Все, собрал. Активировать. Какой это? Когда медленный. Чё там? Ладно, ладно. Давай там пробежимся чуть-чуть.
Вроде игра неплохая, а почему-то на нее времени у меня все время не находится. Даже не знаю почему. Избегайте управления тяжелой техникой во время потребления этого напитка. Понятно. И что там пиликает? О, стимы. Гранаты. Надо было дробовичок взять. Мне понравилось с дробовичком так. Да. И что? А, суперкредиты. А, это деньги валялись. Нифига себе. Можно деньги собирать. Прикольно. Сразу предупреждаю, где там это, кто прикалывается, что нихера в игру не знаю. Я про нее практически ничего не читаю. То есть все познаю мир самостоятельно, как говорится. Вот. Давай стамину восстанавливай. Еще где можно что встретить? Точка эвакуации, уже дошли до нее. Давай. Нет. А как картой? Ну, приближать вижу. Правой клавишей. Ладно, хорошо. Побегали чуть-чуть. О, что-то он светится. Опять деньги, видимо. Перешу крупную партию огнемета. А, это мы уже про огнемет мы уже читали. Давай открываем. О, доблесть. Еще за доблесть. Ну, доблесть как доблесть. Ладно, побежали все отсюда. И нифига не видно. Это круто, конечно. Но я имею в виду, что... А, вообще песчаная буря. Прикинь, сейчас биться с врагами. Вот это весело будет. Песчаная буря. Тут-то как раз дробовик-то и должен помочь. Бля, не видно ни хера. Все, все, идем. Так, где у нас вход на базу-то, блядь, не видно ни хрена. Взрываешься. Чё, возьми. Её куда-то нужно подложить. А, вон еще одна бочка взрывающаяся. И зря, конечно, я все это таскаю, потому что... У меня что-то столько убеждений, что не буду я тут размахивать, то есть стрелять по бочкам, а что буду? Че это у нас? Устройство используется для связи между министерством распространения и смотрителями колонны. А, это мы уже читали. Прикольная база. Так, давай сейчас вызовем нам сюда. Попал, че, одноразовый бронебой? И еще вызовем... Чего? Пополнение запасов. О. Пулемет. Ой, не пулемет тут. Так, база. Не база, а. Че там, жучок? Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Так, ладно, сейчас мы вас замочкуем. Подождите вы. Такой орёт. О! С фланга зашли. Козлы.
А, на этой сложности... О, блядь, они медленные. Бля, вы чё какие? Все, вызываем теперь. Где вы там? Бля, идут и идут. Все, вызываем, я понял. Все, поехали. Карта. Где? А вон он. Заткам. Да, блядь. Успел. Сука. Бля, быстро сори кончается. Сейчас мы вам покажем. Кучкину мать. Блять, показал кучку, ну мать, позорник ты. Пулемет. Все прибывает. Клево. Фрида! Как вам на вкус свобода? Пикикам. Да, прикольно. Ди-ди-ди-ди. Так. Еще надо. Пишек чуть-чуть дали. Чуть-чуть образцов хотя бы собрал. Так. Вклад отряда 0. Корабль один у меня висит на орбите. Чего? Давай приобретение. А, статистика. Точность. Убийство. Ни хрена себе. Что за приказы? Главный приказ. О, убейте с помощью турель гатлинга. У меня нет турели гатлинга, ребята. Как так-то? Так. 30 этих. Медалик. Че, давай посмотрим, что тебе надо. This mobilization isn't a moment too soon. По пол куска мылов. Эсминец. Стратагемы.
Крупнокалиберная дублист одноразовый. Бронебой. Безоткатная. Что за безоткатная винтовка? Бронированную технику уничтожает. В комплекте. Ага. Цена 6000 денег, блядь, прикинь. А где гатлинг? Орбитальные пушки. Орбитальный залп гатлинга. Дыщ-дыщ-дыщ-дыщ-дыщ. Блядь, столько денег стоят и дали, да? Херенеть. Я буду деньги эти собирать. Не, ну 1500-то ладно. Воздушная. Ангар. А что за модули у нас есть? Лицензия на благотворительность. Цена 60, а так и не собрал ни хрена себе. В общем, 60 зелененьких нужно копить. Ракетный ранец. Доступно на уровне 8. Ба-бах-бах. Газовый. Тихо, тихо, тихо. Гранатомет обычный, да? Пушка квазроботехник. Пулеметная турель. О, турель гатлинга. Не имеет распознавания свой чужой, прикинь. Купить что ли? Сторожевой пес какой-то. Слушай, давай-ка. Сколько стоить будет, просто интересно. На уровне 8. Я как экзокостю. О, нихуя себе! Робиты есть. Чу-чу! Взрывают по роботам, да? Ладно. Купим деньги. Дробовик, марсманская винтовка. Урон. Это урон больше. Ну давай попробуем, побегаем, хотя просто посмотрим. Фугасная. Ща, подожди, стоямба. Супермагазин, супермагазин. Хм. Броня меньше. Экстра уплотнение. А мне не хватает. Бабушка в восторге. Жена сказала, либо я это буду по ней скучать. Ну, то есть каждый тут магазин, я понял, что-то появляется. О, а тут что? Еще 60 медалей надо открыть, нихера себе. Размягчитель. Да. Ну тут тоже Democratic Detonation. Сколько еще? Еще 60 медалей, говорит, потратьте. А как сюда попасть? А, блядь, вот же. Купить за штукарь, прикинь. Ха, надо сначала. За штукарь, разблокировать страничку, я понял. Ладно, пока здесь тогда возимся, чё бы нам-то. Обнять. 22 медали нужно потратить сюда.
И защитник даже не знаю. 70 урон. Вместимость 45. А где? А вон. Ой, этот типа лучше будет, да? Применить. Так, еще сколько? Еще 7 медалек надо потратить. Даже не знаю. Ну, он шлем дурацкий. Скорость. Так, рейтинг брони упадет. Сейчас, подожди. Потратьте 82 медали. Давай-ка броню вот эту попробуем взять. Переносить. Или что, нет, шлем возьмем. Да, на это тоже хватает. Хрена себе, 1000 медалей еще тратить. Так. Арсенал. Плащики у меня либо такой, либо сикой. Берем такой, хер с ним. Откуда у меня столько шлемов? Пофиг, будем в таком дурацком ходить. Какой-то, блядь, так себе. 150, это просто внешний вид, да, вот у меня есть. Так. Пассивный бонус. Урон от взрыва, ну что-то так себе броня, конечно. Все, слетаем на какую-нибудь задачу. The enemy is attempting to seize one of our planets. We must join the defense. А, с помощью турели гатлинга. Стоять. Не сюда. Ну-ка посмотрим турель гатлинга. Сколько нам? Уже есть турель гатлинга. Нет. Нет. Турель гатлинга, вот, 4000 стоит, блядь. Ладно, чё, придется. Сука, жадность меня сейчас обуревала. Ну что делать? Нужно как-то свои личные задачи решать. Как-то двигаться вперед. Так, бейте с помощью чуваков с турелью гатлинга, да? 15 моделек дадут мне. Какие у нас задания есть? Подни флаг мы поднимали. Миротворческая. А чё? Что за миротворческая операция? Поднимите флаг. Заправочная станция была. Командира роя завалить. Там кто-то тусует. Все препятствия. Понятно. Ну давай, что-то все препятствия. Вступить в войну, умерен, пока не будет повержен. Основная цель, жесткий подрулить, что там, рапорты, эффекты, какие эффекты. Сильная жара, расход выносливости, ускоряет перегрев оружия, снижает мобильность. Блять, тут уже были. Хер с ним, давай сгоняем. Давай в этой полетим. Зона эвакуации. Так, о. Защитная. Все. Поехали. Официально признали большинство инопланетных бурь опасными и страшными.
Куда здесь приземляемся? Так, что за у меня пушка? Так. Пошли отсюда пробежимся. А, вон, слышу звук пиу-пиу, думаю, что там пиликает. Плащ до сих пор грязный у меня. Хоть бы почистилась. Давай. Реквизировали. Чё там? Пирожок крупный. А, это опять огнемет все возит. Все возит огнеметы. Все возит и возит, и никак не довезет. А, флаг суперземли здесь поднимать надо. Ну ладно, самостоятельно хотя бы подниму его. Чик. Так, тут война была. А прикольные, да, здесь эти? В предыдущей-то миссии был подвальчик, который только вдвоем надо было включать. Личный образец, Стима. Второй. Диетократия, освободи себя. Мухи жужжат, вон еще домик какой-то. Теперь я врубился, почему чуваки тут бегали постоянно кругами и не выполняли миссии. Искали всякие вещички. Не. Что здесь? А. Да ладно. Дуговой метатель. Что за дуговой метатель? Чё-то странная какая-то пушка. Где моя-то? А, она. Я думал, выбросила её. О. Давай пошмаляем из дугового метателя. Так, тут ничего нет. А, есть. Че вы там взрываетесь-то? Че-то пошел сам с собой взорвался. А, да прикинь, у этой пушки бесконечные патроны. Только типа долго заряжается. Поэтому ты будешь с ней мучиться. Сэмфин, что здесь? Устройство связи. Памятка колонистам неподалеку от вас проходит военная операция. Для тревоги нет причин. Не покидайте помещение для дальнейших указаний. Че, видимо, все умерли, да? Давай деньги сюда. А-а-а. Вот такие деньги. Дали. Не только суперкредиты дают. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Так, с патронов максимум. Хорошо. Библиотечный филиал Министерства правды. Министерство правды. А как сейчас в мире-то что творится? Да вон опять не открыться, сука. Помощничка-то у меня нет. Ну, я про это. Что в мире творится, я имею двое мыслей. Одним можно делать, другим нельзя. Это я про противостояние Запад и Россия. Так. Чё я где нашел?
А. Давай, найдем. Давай постреляем из этой пушки чуть-чуть. Вот так вот. А я думал, что-то снайперка какая-то будет. А что там? Патроны для освободителя, стимулитр, ВД, склочная граната. Ладно, хорошо. Сколько мы насобирали? Половину только насобирали. Ай-яй-яй. Ну, здесь... Прям здесь будет еще парочка, наверное, образцов обычных. Давай. Где там жуки? Нужно стратагему самому использовать. Куда хочешь, туда и ставишь, типа, да? Само вызвалось, главное. А, эта штука, и музыка начинает. А, он поднимается по чуть-чуть. Все, я понял. Я тут раступил, думаю, а как флаг-то нажать? О, тут у них теплички. Ну, вон. Образцы 7. Парочку же, парочку, вот парочка, я же говорю. Парочка образцов. Флаг пока поднимается. Зергут. Так. А чё это, как его? Флаг нельзя ставить самостоятельно. А, колонка играет из дрона. Такая ржачная так-то ситуация. А, давай турель мы вызовем. У нас же... Да, блядь, турель. Там мне будут стрелять? А чё? А почему по мне не стреляют? Написано же было, что типа без распознавания свой чужой. Ну ладно. Тут Гатлинг еще 2 минуты будет призрачен. Ну, блин, понятно. Адекватно. Ди-ди-ди. Давай, открывай флаг. Давай. Блядь, что-то как-то высоко уж больно поднимает. Все. Поехали. И враги не появились, красота какая. Вот здесь вот пробежимся. О, зенитка. Чего, огневая позиция, тяжелый пулемет. Прикольно.
Прикольно. А, вон. Орудует. Пришли прямо оттуда, откуда надо. Жучары-то. Давай, давай, давай поищем. Где? Прямо здесь. Опять, да? Памятка смотрителя колонии в целях наилучшего служения свободе. Бюджет на безопасность вашей колонии в следующий финансовый период будет сокращен. Сука, это смешно. Че ты? Ладно, ладно, сейчас дойдем. Звук мне показался, что это. Вот. Нет? Все показалось мне. Ладно, бежали. До эвакуации доберемся. Тяжелая броня, что-то мне не то, что не понравилось. Обычная, что взаимодействовать? Забрал припасы, они мне были нужны, прости. Он был уже мертв, когда я пришел. Хмырь куда-то. Вот, пиликает откуда-то. Пиканье откуда-то слышно. А. Вот, вот, иду на звук вроде. Отсюда вроде. There's something here. Угу. Все, пришел. На звук. Давай сюда. Медалик дали. Ну ладно. Я-то все супер кредиты хочу заполучить. Не для предателей демократии. Ящик пива. Пена демократии. Блин, пипец. До звания. О, ну нашел. 9. Нормально. Все, идем эвакуироваться. Че тут? А давай попробуем дальше бежать. Присоединяется хейтер к заданию. Активируем терминал эвакуации. Так, во-первых, давай сразу турель поставим здесь. И все, вызываем эту херню. Shuttle inbound. Так, что у нас? Он приземляется. Что-то чуваки вот тут. О, блять. Гатлинг. Давай постреляем из пулемета.
Где они? Вон они. Такая ржет. Классная баба. Где там еще? Бомбу вызвала. Нифига себе, взрыв забубенили. Ай, все кончился. Все улетаем. Democracy prevails once more. Прикольно. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. А чё я жалуюсь, что мне денег не надо? Надо просто почаще в игру заходить. Ой, у него опыт вообще практически там копеечка какая-то набралась. Такой у хейтера шлем прикольный, глазастый. Я весь грязнущий. Чего? Escape. That was one for the record books, where all missions are logged for analysis. Так, у меня приказы. Турель 50 человек еще не завалила. До конца личного приказа. Ну слушай, да придется еще на одну миссию сгонять. А почему пистолет пулемет-то? А я думал, он будет вместо вот этого. Ну, открыл не то. Для одной руки. Ага. Ну, черт с ним, попробуем с этим рвением погонять. Никуда отсюда вылетать не будем. Что здесь? Заправочную станцию мы активировали. Устраните командира Роя. Черт с ним, давай. Сгоняем туда вместе. Ну, чего вы меня не берете? Ага, все-таки ушел. Я думаю, что-то долго грузилось. Маршал, кадет. Туда-сюда бросает. А, меня выгнали, что ли, из отряда? Или они все закончили, не понял. Но выгнали меня, козлы.
Черт с ним. Че здесь? Флаг земли мы поднимали. Это топливо неинтересно. А это что такое? Пропагандистское, незаконное, это миротворческое опять. Топливо закачивали. Флаг поднимали. Ой, блин, не то. Дайте мне самому чувака повалить. Командира Роя там, или как его. Суки, выгнали меня, козлы. Так. Давай сюда сгоняем. Командира Роя хочу. Чик-чик-чик-чик-чик. Чуть-чуть нет командира Роя здесь. Освобождено 100, 100. О, защищать. Оборонительная кампания. Тут-то что делать? Отразить. Давай, черт с ним. Срочно должны отразить это мерзкое нападение. Сюда сопроводить ученых, сейчас мне могут там накидать по шапке. Ну, таких заданий я не выполнял. Чего это здесь? Так. Так, поехали. Ну. Вон чувак появился. Давай, присоединяйся уже, адмирал Череп. Ну готов. А это что такое? Чик-чик-чик-чик. А, во. Все, я поехал. Блин, оказывается, вот усилитель есть, прикинь, а я его не использовал. Так. Что происходит? Непонятно. Обнаружен Прожуков. Где он там обнаружен? Он оттуда обнаружен. А, во. Но нет, не то нажал. Угу. Давай, турель, зарабатывай мне задание. О. О, блядь. Куда тебя сопроводить-то? А, вон по одному нужно. О, по одному, по двое. Куда? А, вот так вот, да?
Так, двое пробрались, я понял. Куда вот ты без башки побежал? Бля. Ух ты, сука, он реально без башки носится. Офигеть. Так, что у нас там? А, по чуть-чуть их вызывать надо, что ли, да? Эмпти. Ну-ка, давай вызываем, давай. Ой, как их много! А, блин. Блять, это. Опять патроны кончаются у этого автоматика. Так, пулемет, давай. Так, и давай пополнение припасов. Так. Турель Гатлинга давай. Нет, лучше с дробовиком. Мне... О! По крайней мере, мне. Ай, блядь, нахер я перезарядился. Или надо было, что-то не помню. Что здесь, пулемет? Сколько? А, миссия, что-то я это давно времени не слежу. Давай бежим, 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 чуваки. Так, давай зелененько, поехали. Следующее. Ну, пока еще не сейфт. О, блядь. В спину. Ой, блин, перезаряжаемся. А, блин, хомуха. Так. Чё-то меня толпа мелких атаковала, да так, что я аж охерел. Так, еще турель Гатлинга надо. Sending down support weapon.
Побежали следующие. Хеллдайверс пришли за нами. Да. Так, отсюда бегут. А, все, патроны закончились. Куда? Давай, давай, давай. Так, идем сюда. Так, давай, держись, мужики. А, блядь. Отступаем. Дай вам гранату, чуваки. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще и сзади зашли. Отходим. Блин. Сука, да что за херня-то? Резервка. Злы. Да-да-да, сейчас разберемся. Дай турель поставить, мне почему-то турель не смог поставить в прошлый раз. Давай. Все, мужики. Сейчас попроще будет. Ой. Бля, да что ты? Сука. Сука, да опять. А, что я сделал-то? Сломали мне турель. Нет. Давай, Давай. Последняя перезарядка, сказали. Чего? Давай, 3 минуты осталось. А, все. Доступно. А где эвакуация? Эвакуация у нас там. Давай эвакуируемся.
Стояли, ждали меня. Так, припасы давай. Что еще? Так, перезарядимся. А, перезаряжаться-то нечего. Что еще есть? Гатлинг 35, да? Да. О! Руку сломал. Сколько лечилок? Лечилки пока есть. Так. Стой, стой. Турель. Так, идите сюда, мужики, сейчас будем вам делать больно. А чё, где робит это? Куда-то они... Все, пеликан летит. А где все жуки-то? Куда они подевались? Давай. Давай пулемет по ним. Они где-то там носятся, непонятно. Ой, взял, развернулся в мою сторону. Ладно, улетаем. По обороне планеты сыграл и эвакуируйтесь. Достижение нуля. Так вроде нормально. В смысле, до этого постоянно. До достижения нуля эвакуировался, кроме одного случая, когда меня забыли. Прям в ноль, в смысле, я. Вот в чем дело. Понятно. Надо посмотреть достижение нуля. Чего достижение нуля? Оборона 70. Таймером нуля. А, это не такая редкая получается. Еще дофига что делать здесь можно в игре. Ха, такой свинушка весь грязный. Чё приобретение? Приобретение вернется на корабль. Статистика. 700 попаданий, 200. О, выполнил личный приказ. Красота. Так, еще 75 медалей. А, вот я сюда добыл. Сюда добрался. 75 медалей, во-первых, деньги сразу, да? Во-вторых, это что? Повышение жизнеспособности. Давай возьмем на будущее. Усилитель, да? Усилитель можно только один брать. Крушитель прибивает легкую броню.
49 еще потратить. На что я их 49-то потратил? Бля. Крушитель. Это дробовик 330. А мой дробовик 405. Хм. Ну это вот дача типа меньше. Нахер мне два дробовика? Может я и зря это. Пассивный босс увеличит первоначальный размер инвентаря. Количество переносимых стимов увеличит время действия стимов. Вот, давай вот эту броню возьму. Применить. Бошку почесал. Типа... Эй, стоять. Типа лекарь. Ну, плащик какой-то беспонтовенький. Все за голосование. А там какой плащ? А, это не плащ, это... Это задник. Еще 34. Все равно что-то придется взять. Ну давай этот шлем напялим. Все, хоба. Вот до другого места добрались. Это что у нас такое? Коса энергетическая. Луч перегрев. Ага, это с перегревом. Это что такое? Ударная граната какая-то. Непорочная верность. Демократия защищает. Democracy protects, да? Кровотечение из груди. Так, ну эту возьмем. Чик-чик. Ну и, ребята, продолжение будет в следующий раз. Сегодня, думаю, хватит бегать. Пока-пока.